Друзья, всем привет! На моем канале давно не было видео по причине высокой воды на Нижней Волге. Максимальный паводок был в этом году. За несколько десятилетий такого не было. Поднялась вода, и береговой линии практически у рек не было. И рыба разбежалась вот по полоям, вот по таким местам заливным. И толку не было для рыбалки, особенно хищника. Но сейчас вот вода уже упала. Примерно на 2-2,5 метра. И то еще будет падать. Наверное, ну на метр точно. Потому что я уже смотрел. Мошки уже практически нету. Неделю назад ее очень много было. Сейчас уже мало. Жара. Где-то плюс 37 каждый день в районе этого. Ну, под 40 жара. Вчера был на рыбалке тестировать приманки. Вот такие. От фирмы Фанатик. Еще где-то в мае в начале написал мне Юрий Петрович, ну, чтобы отправить мне приманки на тест силиконовые. Я, конечно, согласился. Во-первых, мне это самому это интересно, ну и вам, думаю, это все интересно будет. Прислали мне разных размеров приманки. Вот такие крупные. Вот боксер 3,5, ларва 3,5. Такие размеры. Виброхвост. Ну, силикон достаточно мягкий. Играет хорошо. Ларва 1,6 дюйма. На такие вообще никогда не ловил приманки. Даже на них не смотрел. И вот 3,5 дюйма. Вот такие есть твистеры. Вайпер. Так, вот 2,0 самый мелкий. 2,9. И вот крупный самый, 4,5. Вот такой вот красавец. С большим таким, с длинным хвостом. Вот такой райдер 2,2. Рачок силиконовый. На окунь его просто отлично ел. Вот это тоже интересная икс-ларва. 3 дюйма. Мне понравилось. В общем, приманками я доволен. Особенно мне понравилась цена их. 99 рублей в России. Но это $1,5 сейчас. Как бы доступные для всех. Это приятно. Это радует. Это у меня с силиконом был практически первый опыт такой. Чтобы я на разный силикон ловил, пробовал. На джиг я обычно, ну, не ловил так никогда. Да, постараюсь сейчас видео выпускать почаще, потому что уже все пришло в норму. Уже можно спокойно ходить в походы. Ну, хоть еще берега мокрые, грязь, но все равно уже нормально. И реки в своих руслах. Поэтому постараюсь снимать побольше видео. Всем спасибо, что смотрите. Приятного просмотра. Раннее утро. Сейчас буду пробовать ловить окуня на Фанатик. Такая приманочка. Боксер. 2 дюйма. Опа. Есть окунек. Такой неплохой. На боксера. На 2 крючка взял. Жадно. Есть удар. Есть. Надо фрикцион чуть расслабить. А, сорвался. Сорвался, пока я фрикцион ослаблял. А, ну все, боксеру съели. Хвост откусили окуня. Короче,
боксер без лопасти. Просто вот такая приманочка получилась. Окунек берет. Есть. Есть. Сорвался. Опа. Вот это бойки уже. Во. Это уже серьезнее, друг. О, какой красавец. На боксера. Какой приличный. Ну, такого возьму. Сейчас буду ловить на такую вот приманку. Ларва. Думаю, уже многим известная. Есть. Прям тоже вроде хороший. Такой экземплярчик. Эх. Глубоко взял. Жадно он ее взял прямо за жабры аж. Я думаю, его не стоит отпускать, потому что... Да, вот жабры повредил. Ну, в принципе, размер нормальный. В пищу пойдет. Я сам только начал джик осваивать. Поэтому сейчас сам тренируюсь. Я думаю, на окунях самое то. Опа. Есть. Ну, небольшой. Вот такой красавец. О. Беги. На ларва. Вот поставил приманку. Боксер. От фанатика. Это 3 дюйма. На офсетнике. Уже приманка крупнее. Надеюсь, может быть, окунь будет крупнее. Солнце. Сейчас где-то 5 часов утра. Даже на 5 еще нету. Есть. О, как бодро. Бодренько, бодренько. Вот так вот, на офсетничек. Первый раз я поймал рыбу на офсетный крючок. Есть. Есть. Полосатый друг. Такой малыш почему-то даже. Хотя приманка крупная уже. Крупнее. Есть. Ох, как бодро. Бодренько, бодренько. Окунек. Сорвался. 3 дюйма и ларва. Такого цвета, типа фиолетовая, на офсетнике. Был удар. Еще удар. Есть.
Есть, есть, есть. Вообще маленький. Малыш. Ну, ток он жадный. Даже такую приманку берет. С удовольствием. Такой мелкий. Вот такую здоровую приманочку. Вот такая ларва. 1,6 дюйма. Самая мелкая. Эх, был удар. Есть. Хорошо взял. Хоть ларва маленькая, но удар хороший прям. Такой приятный. Может быть, мне кажется, конечно. Но что-то бодро, прямо бодро. Во. Ну, нормальный, в принципе. Окунек такой. Вот он. Какой красавец. Съел он маленькую-маленькую приманку. Такую ларвочку. Вот по окуню чисто отрываться можно. Приятная рыбалка. Такая спортивная. Тем более, когда не умеешь ловить, как я, на джиг. Все это интересно. Я в том году пробовал так окуней. Но у меня было несколько джиг-головок. Несколько силиконовых приманок. Есть. Есть. А сейчас вот, благодаря фанатику, куча приманок можно потестить, половить. О, причем у окуня мелкий карасик. Малек карася уже во рту был. И он схватил еще ларву. Вообще жадный. Если он активно очень питается, то утка. А, он орла увидел. Это большой степной орел. А сверху пролетает стая бакланов. А у нас их много. Утром смотрел по тому берегу. Огурь с маленькими утятами плавала. Она сейчас орла атакует. Блин, не видно. Опа, есть. Отвлекся я пока. Нифига себе, утка какая-то важная. Есть. Такой окунек. Неплохой такой окунек. На ларву. Вот есть еще вот такая X-ларва. Это 3 дюйма. Она больше похожа на стрекозу без крыльев. Уже на такую половозрелую. Есть. Вот это бодрее, конечно. Вот это что-то уже посерьезнее. Ну нифига себе. А, он еще завел в траву. Вот он. Да, вот это уже посерьезнее, друг. Ну какой. Приятненький. В траву еще завел. Опа! Нифига себе. Вот это X-ларва. Это красавец. Это зачетненький. На офсетном крючке. Во какой. Это красота. Такого я возьму. Есть. Ну, не крупный, мелкий, видать. Хотя сейчас что-то... Слушай, а окунь вроде хороший.
О, какой. Что-то у меня фрикцион дать затянут был. Какой красавец. На X-Larva. Красавец. Есть. Вот, это бойки. Вот это бойки уже огонь. Прям такой интересный. Опа. Ну да, покрупнее, чем до этого был. Опа. Здесь грязь, прям в грязь воткнулся. Такой красавец. На X-Larva. На офсетном крючке. Перешел на другое место. Здесь вроде поглубже. Сейчас попробую на рачка такого. Два крючка зарядил с клешнями. От фанатика. Взял окунек. Вроде такой бодрый. Да, хороший окунек. О, какой красавец. На рака. Такой, под полкило, наверное. Приятный. Горбатик. Есть. Что-то взял. Есть. Красавец. Как тащит бодро. Тоже хороший. О, как красавец. Красота. Вот зарядил боксера 3,5. Есть. Есть. Такой прям с оранжевыми перьями окунь. Жадно взял. Приманка покрупнее, уже не так сразу берет. Такой окунек. Миленький, маленький. Блин, а взял прямо, крючок его пробил под глазами. Придется его взять. Да, потому что... Follow through on your dreams. You might as well be a vegetable.